Всем привет, ребята, с вами Вильям Бруно, и это мой новый ролик, в котором мы с подписчиками моими будем играть в прятки. Я выбрал из комментариев подписчиков из разных городов и позвал их сюда, в нашу студию, чтобы поиграть с ними в игру, и у них была возможность побороться за вот этот вот PlayStation 4. Сейчас объясню правила. У нас есть 4 участника и Артём. Привет. По очереди все они будут прятаться, а один из них будет искать. Прятаться они будут вот в этих вот коробках, которые разбросаны по всей нашей студии. Их где-то штук 30-40, я не считал, но их прям много. Найти будет достаточно сложно, но у каждого из них будет по 10 попыток, чтобы найти участника. Если охотник находит одного из участников, то он получает балл. Тот, кто соберет больше всего баллов, получит PlayStation 4. А тот, кто найдет Артема, который спрячется в коробке, допустим, я нашел Артема. Он мне будет платить косарь, если я его найду. Также в коробках будут моментальные призы. То есть там может не быть участника, но открыв коробку, там могут быть сладости и другие прикольные штуки. Давайте перед игрой познакомимся с ребятами. Как тебя зовут? Саша. Привет, приятно. Привет. Приятно, что приехал. Здравствуй. Привет. Как зовут тебя? Влад. Тут такая ситуация. Комментарий один, человека приехало два. Оказалось, близнецы. Давайте, чтобы я и вы, дорогие зрители, могли отличать близнецов, я им намотаю отличительные черты. Один из них будет синий. Как тебя зовут? Слава. А ты будешь красный. Как тебя зовут? Женя. Так, тяните по бумажке. Прячусь. Окей, ты будешь первым охотником. Остальные сейчас будут прятаться. Ты здесь прячешься, да? Давай я тебе помогу. Так, давай. Какую спрячешься? Давай в эту. Теперь прячется Аришня. Выбирай коробку. Не знаю, будут ли они заходить так далеко. И спрячусь вот здесь вот в углу. Первый охотник выбирает себе оружие. Крути колесо. Не повезло. Тебе выпадает Влад бумага. Сейчас я его позову. Подожди, здесь. Так, смотри. Вот этот вот парень будет помогать тебе в поисках. Можем начать. Ты выбираешь эту в углу, да? Да. Я не знаю, Артём. Я даже не шевелился. Ну вот так вот. У меня нога затекла, я такой, сейчас, баба. И просто сразу сходу, он, по-моему, даже по другим не потыкал, сразу по мне. Я потому что в начале игры это слышал. Я шумел в начале игры? Да. Ну! Ура. Косарик, смотри, ты можешь взять 1000 рублей, или мы можем с тобой поиграть в камень-ножницы-бумага. Если ты выигрываешь, то ты получаешь 2000. Если нет, аннулируется. Я забираю 1000. Спасибо. Окей. Но тут как было, вот у угла сразу две коробки, я подумал, типа, самую конечную проверить. И там был Артём. Я нашел его и получил 1000. Артём, в следующий раз нормально прячься. 1000 не бесконечно, их всего 2. Прячься обратно. Эй, ты покажи прям. Да, да. Так, забирай свое оружие и пойдем искать. Спасибо. Так и есть. Призрак. Оп. Вот эту коробку выбираешь? Да. Эта коробка пустая. Можешь. Да, вот эту. Окей, здесь кто-нибудь есть? Здорово! Здорово! А ты же, ох, ты же божий, кто тебя выпал? Итак, ты нашел одного участника, у тебя осталось 7 попыток. Я выбираю вот эту. Эта коробка пустая. Я, наверное, выберу эту. Здесь. Окей, открывай. О, чипсы! Ты выиграл Принглс, забирай. Я выбираю вот эту коробку. Пустая. Ладно, я выбираю вот эту коробку. И эта коробка пустая. Я выбираю вот эту коробку. Окей, открывай ее. Нашел. Я не понимаю, как, но он уже нашел 3 человек, и 2 из них это участники. Ну все, я знаю, где еще один участник. Другую комнату возьмем. Я выбираю вот эту коробку. В самом конце коридора, да? Да. И там ты нашел Кока-Колу. Класс. О-о-о. Во-первых, нашел 2 приза моментально. Нашел Артема, заработал косарь и заработал 2 балла, потому что нашел 2 участников. Как тебе вот раунд? Вообще супер просто. Так неожиданно было найти Артема. Вот этот вот человек тебе помог все это вот получить и заработать. А сейчас выберем следующего охотника. Тяните листочки.
ищу. Окей, ты теперь охотник. Вы все прячетесь. Сейчас охотника прячем в подсоб, а остальные будут выбирать свои коробки. Так, вот здесь тебе нужно будет подождать пару недель. И мы за тобой обязательно вернемся. До свидания. Давай, выбери коробку, в которой ты сейчас спрячешься. Я спрячу, где я, Артём? Вот здесь? Окей, залезай. Все, минус один. Так, выбирай свою коробку. В этой или в той комнате, может? Давай вот эту. Два рядом. Окей. Залезай. Ты где будешь? В этой или в той комнате? В этой. Окей. Я в тот. Окей, залезай. Это очень забавно, но все три участника просто в ряд спрятались. Возможно, в этом что-то есть. Артём! Да-да-да! Теперь ты прячешься. Я думаю, что я спрячусь в другой комнате, потому что в этой комнате мне в первый раз не повезло. Надеюсь, мне повезет в той. У меня есть план. Я сейчас пойду в другое помещение, где за дверью спрятан охотник. Он сидит в кладовке, и он максимально слушает, где кто прячется. Я сначала спрячусь максимально шумно в одной коробке, чтобы он подумал, что я там. А потом постараюсь по-тихому ее поменять. Так, Артём, выбирай коробочку. Я спрячусь около холодильника, потому что это самое безопасное место. Ведем себя максимально тихо. Так, ладно, Артём, теперь идем за охотником. Привет. Мне кажется, что тут кто-то шевелился. Вполне возможно, что была такая ситуация. Сейчас охотник ушел. Мы максимально постарались сделать вид, что я спрятался вот в той коробке. Фух, так, ладно, выбирай сейчас свое оружие. И это... Пу! Это нёрф! Ей! Я вначале думал, что мне выпадет лук. Я думал, что лук будет, ну, кидаться самым луком. Я даже сам не ожидал, но мне выпал нёрф. Держи. Что, ребята, я вас уже нахожу. Вот тут. Стреляй! Пусто. Я выбираю... Не показать, что кто-то чихнул. Открывай коробочку. Пусто. Осталось 8 попыток. Выбираю следующую коробку. Вот эту. Пусто. Пусто. Может, пойдешь в ту комнату? Да. Да, кажется, они тут специально это... В этой комнате ничего нету. Вам крышка. Так, если там кто-то есть, огонь я открываю. Пусто. Пусто. Так. Может, это ладу-марка? О, повезло. О, я тебя поздравляю, ты нашел моментальный приз 12 киндеров. Ой, 11-й айфон. Так, мне кажется, там никого нет или нет. Ну, ты выбираешь эту коробку? Да. И здесь пусть ничего. 5-6 попыток. Выбрал. Здесь пусть осталось 4 попытки. Так. Слушай. Смотри, все заклеено. Здесь что-нибудь есть? Опа! Пусто. Я слышал, кто-то там двигается. Кто отпускает коробку? Это выбираешь, да? Да. И здесь? Пусто! Осталось 2 попытки. Я выбираю другое помещение. Ладно. Там в той комнате, к сожалению, были только киндеры, но 12 штук, это неплохо. Так, у тебя осталось 2 попытки, поэтому... Секунду, я подумаю. Окей, думание происходит. Если выбираешь вот эту, вот эту, стреляй, стреляй. Бау! Да если там кто-то есть, открывайся. Пусто! Пусто! У тебя осталось... А нет, это не пусто! Нет, пусто? Кто-то двигается там! Кто там двигается? Да, Майнкрафт устарел. Слава, открывай, иначе я буду стрелять. Или Артём, кто там? Думай, 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 думай. Прислушаемся. Промазал. Это значит. Ну хоть одного можно выбрать. Артём, покажите, где ты был. Надо было пробежаться по этим коробкам. Давайте я покажу, где все прятались. Вот здесь в ряд 3 коробки. Это. Да блин, это 3 коробки в ряд. И здесь. У тебя был нёрф, но с помощью него ты смог найти только 12 киндеров. Как тебе раунд в целом? Это 50-50, не очень. Я даже ни одного не нашел. С самого начала я нашел киндер 12 штук. Потом опять ничего, ничего, ничего и проиграл.
Тебя подставили в этот раз. Слава, если ты проиграешь, я тебе не знаю, что сделаю. Так, выбираем нового охотника. Тяните бумажки. Мы нашли нового охотника. Давай, ты первый прячешься, да? Окей, выбирай. Самое беспалевное место. Помогу тебе. Это мое место. Красный близнец. Здесь, окей. Через одну. Давайте другую коробочку выберем. Побольше, а то первый раз было тесновато. Все, Артем спрятался в эту коробочку. Теперь идем за охотником. Крути колесо и выбирай оружие, с помощью которого будешь искать. И в этот раз тебе выпадает... Руки Халка! Можешь начинать искать. У тебя 10 попыток. Максимально вслушивайся. Где они? Может, кто-то скрипнет там или чихнет. Okay. Вот эту коробку выбираешь. Если кто-то есть, выходи. Никого. Они здесь. Ты нашел Славу. Поздравляю, ты из первой попытки нашел участника. Давай вон тот сзади. И это пустая коробка. Да. Слушай, там кто-то стучит. Ты слышал? Так. Кто-то, кто-то здесь. Пытается тебя. Здесь. Открываешь эту коробку. Да, вылезешь, да. Нашли меня, да? Ну, здорово! Понятно. Можешь забрать сразу косарь, можешь сыграть камень-ножницы-бумага и удвоить свой банк. Ну, меня как-то выбрать. Ну, давай, погнали. Камень-ножницы-бумага. Раз, два, три. Раз, два, три. Ладно. Не получает косарь. Давай эту коробку. Упал, Влад, бумага, да ничего, полежит пока. Но коробка эта пустая. Давай эту. Эту. Давай, сбивай. И это пустая коробка, к сожалению. Здесь ничего нет. У тебя осталось 5 попыток. Опять пусто. Возможно, где-нибудь здесь, не знаю. Ты сейчас подставить меня хочешь или помочь? Ну, я просто предполагаю, что может быть или в этой, или в этой кто-то есть. Вполне возможно. Ну, давай по считалочке. Веники, Бенники или Вареники. Давай эту. Здесь только патроны от Нерфа. Давай эту. Эту, давай. Пустая. К этой вернемся? Ну, допустим. У тебя 2 попытки. Подумай хорошо. Блин. 2 участников нашел. Давай вот эту. Давай. Я Я тебя поздравляю, давай руку пожму тебе. Моментальных призов ты не нашел, но нашел всех. На данный момент ты лидируешь. Посмотрим, как игра пойдет дальше. Да, обидно, что я проиграл Артему в камень, ножницы, бумага, да. И еще не нашел каких-то моментальных призов. Но зато я нашел всех, и это главное. Сейчас нет смысла тянуть бумажки. Остался только Слава в виде охотника. Он сейчас и будет искать. Остальные все будут прятаться. Вот. Давай. Здесь будет бумага, Владислав. Это будет обманный человек, потому что если кто-то подойдет и поднимет, он увидит, что там кто-то есть. Ладно, выбирай коробку. Будь здоров. Сюда. Так, теперь ты выбираешь. Давай вот это. Вот в эту. Давай. Вот сюда, да? Давай. Да, давай, крути, выбирай себе оружие. Крути. Тебе выпадает лук. Сейчас, подожди, здесь. Понятно, про какой мы лук говорили. Да, держи. Да. Какую? Вот эту коробку ты выбрал? Да, пустая. Это пустая коробка, у тебя осталось 9 попыток. Блин, не попал. Допустим, вот эту. Как повезло. Я поздравляю, ты выиграл 8 рулонов туалетной бумаги. Что, 3, 2? Пустая. Полная комната коробок, у тебя 7 попыток. Ты прям решительный. Ого. Здесь ничего. Так. О! Электричество пропало. Вот это! Кто меня пинал? Я не слышал. Где арбалет выпал? Сноси ее. И здесь ничего. Да мне вообще страшно, ужасно. Тебя поймали? Нет, мы не поймали. Тихо, не пали. Это ужасно. Так скучно и темно. Эту выбираешь, да? Ага. Выходи, человек в коробке.
это есть, нет? Да, есть. Почему она плоская? Я правда слышал, что там кто-то есть. Ну, здесь... Вот это выбираешь, да? Выходи! Если там кто-то есть... Да, тут кто-то есть! Здесь Артём! Я хочу себе косарь. Ты знаешь правила. Косарь? Косарь! Плюс один косарь! Поздравляю! Я не хотел просто рисковать, потерять всю свою тысячу, которую мне надо было папе отнести. В другую комнату? Да. Окей. Эту? Подумай хорошо, у тебя две попытки осталось. Не знаю. Я пока поищу еще коробку. Это просто везу. Вот эту коробку. Сейчас. Ну ты поди стрельни. Вот эту коробку. Да, блин. Мне надо найти одного человека. Тебя нашли? Да. Твои ощущения? Вообще просто. Я тебя понимаю. Не получилось. Слава, у тебя осталась одна попытка и один заяц. Ты в другую комнату? Да. Одна попытка у тебя осталась. У тебя плюс одна попытка, то есть сбив эту коробку, ты не теряешь шанс на еще одну попытку. Скажу тебе честно, где-то спрятаны сникерсы. Эту выбираешь? Ага. Эта коробка пустая. Последняя коробка была пустой. Я выбрал коробку, где был один шанс. Я получил одну попытку, и мне надо было найти Влада. Но когда я выстрелил, там никого не было. Возможно, будет еще когда-нибудь похожий ролик на моем канале, если этот зайдет. Но сейчас следующие результаты. Синяя повязка — это Слава. Я его узнал с первого взгляда. Он нашел трех участников. Саша нашел двух участников. Женя, вот, с красной повязкой. Нашел только Артема. Влад. Нашел всех, даже Артема, всех трех участников и даже Артема. Держи. Король. И этот PlayStation получаешь ты. Поздравляю, ты победил у меня в ролике. Вот, спасибо, что приехал. Мне очень приятно. И как ваши ощущения? Не очень, мы проиграли. Прикольно. Хотелось бы выиграть? Да. Ну, немножечко грустно все-таки проигрывать, я думаю. Вот. Я бы тоже хотел бы выиграть, но так как это мой ролик, я, к сожалению, не могу сам у себя забирать призы. Мне понравилось, хотя бы хоть 1000 выиграл. Ну, кстати, косарь забрал. Это приятно. Да. Нам все понравилось. Слава, я же тебе говорил, он в самых очевидных местах прячется. В самом первом месте. Один момент. Аришнев! Ого! Да ну! Ура! Мы с братом. В моем ролике PlayStation получат все. Ну, близнецы как-то поделятся, я надеюсь. Вот. Поделимся. А так у всех будет по PlayStation. А вот сейчас, как вот сейчас? Теперь нравится вообще? Ну да. Ну, сами призы, это не важно, но главное то, что... 100 тысяч рублей получил. Время провел классно. И мне главное то, что в Люмбу намного подписчиков наберет. Да, вот это вообще самое главное. Поэтому, пожалуйста, вот есть красная кнопочка, нужно вот серый сделать. И мне тоже будет приятно. Как вот этим ребятам, которые получили по PlayStation. Мы тебе тоже лайки поставим. Спасибо. Гарантированно будет 4 лайка. У вас отдельные аккаунты или один? Один. Ладно, будет 3 лайка. Спасибо за просмотр, друзья. Еще обязательно с вами увидимся. Пока.